Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня у нас 19 июля. Вот такой уже сейчас вырос у нас лук. Экзибишн вообще как бы не нуждается ни в каком уходе. Растет он сам по себе. Ну, тоже вот такие вот достаточно хорошие луковицы наросли. В обхват тут такая вот уже луковичка. Это тоже. А что касается ялтинского красного, вот у нас тут сорняки, березка постоянно растет, то нужно сейчас вот у него, видите, головка, вот эта луковичка, она была присыпана немножко землей, то есть сейчас мы отогребаем от нее самой вот эту луковицу землю, чтобы вся вот эта луковица она у нас находилась на солнышке. То есть вот она луковица, то есть отгребли здесь краешку, и вся луковичка у нас будет находиться на солнышке, а иначе он может загнить. И вот так вот у всех проходимся, отгребаем немножко вот весь лук, чтобы у нас как можно больше вот он прогревался солнечным светом. В принципе, он так неплохо растет, везде завязывается. Такая вот луковица. Здесь поменьше, там вот тоже хорошая. Вот по всем так проходим и отгребаем. Конечно, сейчас луку не надо его не поливать. Как бы сейчас он наращивает луковицу и не нуждается в особом поливе. Ему сейчас самое главное — это солнечный свет. И на этой грядке тоже весь грунт от луковицы отгребли. Здесь лук немножко помельче. Тоже со всех. Ну, хотя он там тоже. Вот она неплохая, такая луковица. И вот как можно больше, чтобы она была на солнышке. Ну и экзибишн здесь, в принципе, уже такого хорошего размера. Хотя здесь он, видите, так густовато растет. Но луковица достаточно хорошо нарастает. Уже есть такие вот достаточно крупные, хорошие луковицы. И вот экзибишн он сам вылазит на поверхность грунта. Его даже не надо ничего с ним делать. Он сам как растет, так и растет он. У него луковица, видите, как овальная. И вот она сама выбирается к солнышку. И вот здесь тоже вот такой вот лучок, который растет по краю грядки. В принципе, все как солдаты, вот так вот они, эти луковицы, стоят. Эти прям практически все наружу. Только совсем только чуть-чуть кончиком растут в земле корешками. И даже вот тот лук, который мы садили на еду, густо, с самой плохой рассады. Вообще по нитке была рассада. Вот смотрите, тоже здесь такие приличные тоже луковицы наросли, в принципе. Вот сейчас на осень, ну, даже на осень, на лето, на конец лета, на осень, на еду вот самое то. И с зеленью можно куда-то добавить, и саму луковицу. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч, всего вам самого-самого наилучшего.